Я хотела бы поехать на игры кочевников на Иссык-Куль, но не знаю, возьмут ли меня родители. Мама мне рассказывала, что туда приезжает очень много спортсменов. Я думаю, им очень понравится Бишкек и Иссык-Куль. Я видела по телевизору, что там будут кружки, там зонтики, сумки. Я бы тоже хотела себе такое с эмблемами игр кочевников. Я буду за наших спортсменов болеть, кричать, радоваться, и чтобы они победили.